Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Дэнни. Привет, скажи, пацан. Ну, так он здоровается с вами. Сегодня мы будем с вами распаковывать очередную коробочку New Beauty Box. Она в этот раз какая-то совсем большая. Она мало того, что вот здесь в коробке, здесь еще какие-то дополнительные средства дополнительные. И помимо этого еще внутри коробка, как вы видите, да? Я вообще обожаю эти коробочки. И огромный плюс, один из плюсов, то, что полное содержимое этой коробки, вот если все это посчитать и купить отдельно, то вся эта коробка, если ее заказывать, она намного дешевле, нежели покупать отдельности продукты все. Ну и второй момент, это сюрприз, это всегда радость, это всегда мы должны... Нас, женщин, радовать, если это не делают мужчины, то мы сами себя должны баловать вот такими вещами. И, кстати, мне кажется, что это отличный подарок. Мы об этом в конце еще поговорим. Итак, близится же Новый год. Итак, давайте приступим. Что первое у нас здесь? Защита и загар. Nivea Sun. Это масло, как я понимаю. Солнцезащитное масло для загара. 20. Средняя степень защиты. Отлично. Мне 20 степень подходит, потому что я люблю позагорать, и я люблю вообще, честно говоря, даже и без защиты. Но с защитой тоже хорошо, потому что все-таки защищать кожу нужно. Водостойкая, высокоэффективная защита, маслица. Но это нам на лето. Или если мы зимой вдруг отправимся куда-нибудь загорать. На. Только не грязь, я тебя прошу, тебе подходит под майку. Дальше что у нас здесь? Мира. Всегда в коробочку кладут Мира что-нибудь. Здесь у нас бальзам разогревающий. Ничего себе, с экстрактом красного перца, камфорой и эфирным маслом гвоздики. Ничего себе. Знаете, иногда на самом деле мне вот это вот нужно разогревающее. У меня есть некоторые, какие-то тайские есть, какие-то японские, я не помню уже. Но бывает очень нужно, когда я застужу что-нибудь. Да, я могу что-нибудь застудить, я могу прям лежать и, знаете, руку или ногу прям. И я очень люблю намазать... Ой, как приятно пахнет. Не то, что эти все китайские... Там такая вонища, звездочка, типа, знаете. Это очень приятный запах. Спорт. Вот, да. Вот если что-то себе потяну, усиливает местное кровоснабжение, обладает разогревающим эффектом, имеет пролонгированное действие. Вот. Вот это то, что мне нужно. И с таким приятным запахом. Это, короче, современная тема для таких, как я, девушек. Дальше. Восстановление волос. Глискур Шварцкоп. Вы знаете, что я люблю Шварцкоп. Мне не все, конечно, нравится у... Глискур, но у меня есть их бальзамы, шампуни, которые мне очень нравятся. И еще мне нравится у них очень масло. Это глубокое восстановление, сыворотка, интенсивный уход. Мы сейчас посмотрим, как она выглядит. Ой, а я только недавно себе купила. Глубокое восстановление. Вот так выглядит. Не смывать. Ой, то, что не смывать, я так люблю. Так, как у нас здесь способ применения? Выдавить небольшое количество сыворотки на ладонь и нанести на подсушенные полотенцем или сухие волосы. Не смывать. Слушайте, ну это кайф. Все, что не смывать, я люблю. Выглядит как пенка, пахнет превосходно. У меня, кстати, шампуни и бальзамы вот этой фирмы. И у них, короче, запах такой классный. И мама однажды подошла ко мне и говорит, что это так пахнешь, что за духи? Я говорю, это не духи, это на самом деле шампунь и бальзам. Они очень вкусно пахнут для волос. И масло такое же вот у меня было. Тоже шварцкоповское, я очень люблю. Короче, вот тоже приятный запах. Я маме в итоге тоже купила, она теперь наслаждается, любит, кайфует. Так, флеш-татушки у нас есть. Вот такие вот короны и так далее. Конечно, уже думаю, сейчас в зиму это не актуально все, но на лето будет все прекрасно. Знаете, дареному коню в зубы не смотрят. И мне приятно. Так, что у нас дальше? Дальше у нас еще здесь. Кстати, никогда не пользовалась. Вот такой вот каталог. Что ты там уже пьешь? Хорошо запечатано. Интересных вещей. Bon Prix. Никогда не пробовала. Может быть, когда-нибудь начну. И, наконец-таки, самая наша
коробочка. То, что в нее не поместилось, положили, видимо, сверху. В этот раз к Новому году, наверное, у них вообще задарить решили. В общем, вот такая коробочка, мы ее открываем, всегда мне нравится. Это розовый, это вот эта красота просто неимоверная. Открываем нашу коробочку, всегда прекрасно запечатанную, и я ее не прекрасно разорвала. Так, здесь у нас сразу есть такая вот брошюрочка, где написаны цены, и я буду делиться. Вот, как раз таки, цены. Можете сразу считать, и потом посмотрите, сколько стоит эта коробочка и сколько здесь все стоит. Вот этот, например, крем Спорт, он стоит 293 рубля. А, что у нас еще тут? И все, пока я больше ничего не показывала. Ну, вот это тоже не дешевая шварцкоповская. Нивея тоже масло денег стоит. Так, давайте дальше. Дальше у нас здесь магия гиалурона. О, я люблю уже гиалурон. Я люблю гиалурон. Вот что-то здесь вот такое вот красиво. Эффектно. А, это Avon, ничего себе. Сыворотка, заполнитель для тонких нормальных волос, густота и плотность. Наверное, тоже не смывать, на сухие волосы надо наносить. Где у нас тут способ применения? Не написан, поэтому мы здесь будем. Так, как использовать? Нанеси на подсушенные полотенцем волосы, вотри массажными движениями прикорневую зону. И на кончики, не смывая. Затем уложи волосы с помощью фена, чтобы усилить действие активных элементов теплым воздухом. Вот. Короче, это для тонких волос, чтобы был у них больше объем и толщина. Вот какое-то такое средство. Интересненькое, да? Стоит оно 199 рублей. Считайте, записывайте. Дальше у нас вот такой вот Ева. Ева Мозаик. Ева Мозаик. Вот такой вот блеск. Блеск яркий, я вижу, такой прям яркий-яркий. Сделаем сводчик. Ой, я люблю такие блески. Он такой прозрачноватый и в то же самое время яркий. Мне это нравится, я думаю, что на губах он будет превосходно у меня смотреться. В общем, Ева Мозаик, а номер это 38, кому интересно. Так, помада стоит 245 рублей, записывайте. Дальше. Чистая кожа 3 в 1. У меня, кстати, был он в прошлой коробочке. У меня теперь их целых 2. Значит, я могу их положить в коробочку, которую готовлю для вас. Бьюти-коробочку для конкурса. Вот. Поэтому классно. У кого проблемная кожа, здесь он используется как гель, как скраб, как маска. И, ну, как бы тут написана инструкция, как каждая используется. Только не откручивайся. Дальше. Так, а я сказала, сколько он стоит? Он стоит 280 рублей, считайте. Дальше. Камея. Это вот такой у нас дезодорант антиперспирант шариковый. Кстати, камея, у них очень вкусные эти ароматы гелей. И на самом деле сладенький, приятный аромат, такой свежесладкий, этого шарикового. Но так как я не потею, и я уже говорила об этом, я тоже это оставлю в коробочку. Смотрите, сколько у вас, да, классных штук, коробочки. Коллагеновая маска для глаз, это я люблю, 100% коллаген, профессиональная, антиоксидантная. Активный лифтинг. Ну, короче, вот это все моя тема. Вот такая масочка. Фирма Гизао Натурал. А сколько она стоит? Ну, вот такая маска. Но здесь написано 689 рублей, но здесь пачечка идет, наверное. Но не написано, сколько в пачке штук. Но я думаю, наверное, может 10 штучек их там. И вот они стоят 689 рублей. Наверное, 10 или 5, может быть, штук. Не видно. Не видать. И я смотрю, оно как-то разделено на две, что ли, здесь. В одной части одно, что-то в другой другое. Да, тут что-то в одной части. И что-то в другой части. Без ГМО, без парабенов, без силиконов, без синтетических отдушек, без токсинов. А, это первый этап, коллагеновая маска для глаз. А второй этап натур керамиды с гиалуроновой кислотой. Короче, везде есть способ применения. Офигенский. И вот еще я смотрю, какая-то штучка есть. Что там в рот берешь? Нельзя? Нельзя? Так, Керасис, да, наша Керасис, это шампунь для поврежденных волос. Два вот таких вот пробничка. Вот такие вот шампуньки.
Все, наша коробочка готова. Всегда можно оставить потом коробочку, с ней что-то красивое складывать. А я все цены сказала? Да. Вот смотрите, помимо того, что я сказала цены, еще мы не посчитали с вами Нивея, еще мы не посчитали с вами вот эту вот, Глискур, да? И вот все это сложить, получится сумма определенная, да? А коробочка стоит намного дешевле. И в преддверии того, что скоро праздники, на самом деле это отличный подарок для девочки. То есть мальчики, если вдруг меня какие-то смотрят, или девочки, или мамы, отлично вообще подписаться вот на них, чтобы они... Ну, то есть вот подарок, например, подписку на такие бьюти-коробочки, да, там, ну, на несколько месяцев, на 2-3 месяца там сделать, на полгода, на год, я не знаю, ну, у кого какие средства, да. Ну, или просто хотя бы вот подарок, особенно если человек живет далеко, вот у меня подружка живет далеко, в Москве, да, там... Ну, по России они отправляют, во всяком случае. И это очень классно. Представляете, стучат вашей подружке. Вот, пожалуйста, подарок. А она открывает, а там что-то такое, что-то такое. Мы же, девчонки, любим все всякие такие штучки, да? И, ну, это очень круто. Оно, во-первых, красиво запаковано, что я люблю. И я считаю, что подарок, он должен быть такой вот. В первую очередь, красиво запакован и преподнесен. И когда приезжает курьер, дарит вам вот эту коробочку, открывается, там все супер красиво запаковано. И куча всяких таких женских приколюх, что для волос, что для лица, что для тела, понимаете, всего полно. Я считаю, что девчонка всегда найдет себе применение. А если не найдет, она подарит своим подругам, которым тоже будет приятно, или своим родственникам. Еще что хорошо, что к любому празднику вообще вам не нужно задумываться о подарке. Вам не нужно задумываться о подарке, что подарить. Вам не нужно задумываться о том, как подарить. Вам не нужно задумываться о том, как это запаковать. За вас все это решили, да? Выбрали огромное разнообразие всяких косметических средств для девушек, да? Запаковали все это красиво и предоставили, да? Еще если какую-то написать там записочку, открыточку, вообще будет шикарно. А если какое-то вообще большое событие, может быть, даже день рождения там или еще что-то, то цветы еще к этому вообще... Огонь. Мне было бы очень приятно. Поэтому я оставлю ссылку внизу. Вы можете пройти, посмотреть. Там, не помню, есть разные коробочки. Бывает одна коробочка. Но я думаю, к Новому году они что-то интересное будут делать. Поэтому проходите по ссылке, девчонки. Радуйте себя и радуйте своих близких. Отличный подарок. Все, я с вами прощаюсь. Целую вас, люблю. До следующего видео. Пока-пока.